масштабной диспансеризации в прошлом году и выявлением этих заболеваний на ранних стадиях. В прошлом году порядка каждый четвертый взрослый житель Чувашской республики прошел диспансеризацию. И было выявлено впервые заболевание порядка у 10 тысяч человек, и чуть более 5 тысяч человек выявлено были с подозрением на заболевание. То есть вот армия в 15 тысяч человек пополнила армию диспансеризируемого населения, то есть те, на которых нужно обратить более серьезное внимание. И мы предполагаем, что раннее выявление заболеваний позволит нам впоследствии провести грамотное своевременное лечение и спрофилактировать смертность, особенно у лиц трудоспособного возраста. Следующий слайд. Значит, необходимо сказать, что важное значение имел в прошлом году указ главы Чувашской республики по итогам прошлого года, указ, который был выпущен в этом году, о Дне здоровья и спорта. То есть это еще раз говорит о том, что если мы будем заниматься активно и вести активный образ жизни, то количество заболеваний сердечно-сосудистых, заболеваний органов дыхания будет у нас значительно меньше. И тем самым вот тот класс, который дает нам большую долю в структуре смертности, он, конечно же, уменьшится. Начиная уже в течение 10 лет мы работаем в программе «Здоровые города, районы и поселения», и в прошлом году эта работа была еще, скажем так, усилена и поставлена на новый уровень. И мы предполагаем, что, опять-таки, межведомственная работа позволит нам сделать определенные шаги к профилактике смертности и заболеваемости населения. По следующему разделу, это «Здоровье матери и ребенка». Начиная с 2013 года 100% детского населения охвачено в республике профилактическими медицинскими осмотрами. В структуре заболеваний на первом месте здесь у детей стоят болезни органов дыхания, болезни глаза, что нас тоже, в общем-то, настораживает. Но это в основном наши компьютеры, за которыми сидят наши дети. В смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет мы потеряли, верните обратно, мы потеряли 162 ребенка в абсолютном выражении, и, к сожалению, 40% это внешние причины. В абсолютном выражении мы потеряли в этом возрасте 68 детей. Фактически, если переводить это на понятие школы, это два полноценных класса. А если говорить, что от внешних причин в детском возрасте мы потеряли 20 детей, вот следующий слайд, внешние причины смертности, младенческой смертности, то это фактически мы потеряли за год одну полноценную детскую группу одного детского сада. По показателю младенческой смертности, как я уже сказала, мы находимся на одном из лучших мест в Российской Федерации и в Приволжском федеральном округе, но опять-таки есть резервы для снижения в основном за счет внешних причин. То есть, ну, опять-таки мы видим и на сегодняшний день внешние причины, хотя у нас и сократились в прошлом году, но остаются они практически на первом месте. То есть вот это тот резерв, о котором нам нужно говорить. При этом тут же на слайде представлены районы, где стабильно несколько лет не наблюдаются внешние причины смертности, а есть районы, где они практически встречаются каждый год. Но это, опять же, межведомственное взаимодействие и полномерная ежедневная работа. Следующий раздел государственного доклада – это временная нетрудоспособность и первичный выход на инвалидность. В структуре заболеваний с временной утратой нетрудоспособности первые ранговые места занимают болезни органов дыхания, костно-мышечная система, травмы, отравления. Опять-таки, чем больше болеют, тем от того и больше берут больничные листы. Это вроде бы логично. При этом выход на инвалидность за последние годы у нас несколько снижается, при этом понятно, что здесь в основном это люди старше трудоспособного возраста, и по первичному выходу на инвалидность лидирующее место занимают болезни органов кровообращения. Злокачественное новообразование – второе место, и опять-таки в основном это лица старше трудоспособного возраста.
Достижению целевых показателей на сегодняшний день способствует выстроенная в республике в рамках программы модернизации здравоохранения трехуровневая модель оказания медицинской помощи с четкой маршрутизацией пациентов по всем профилям заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, которая позволила существенно улучшить материально-техническую базу учреждений разного уровня. И за последние 3 года на укрепление инфраструктуры оказания медицинской помощи было направлено более 2,5 миллиардов рублей. Отремонтирована практически каждая вторая больница в республике. Поставлено более 2,8 тысяч единиц медицинского оборудования. То есть, но это опять-таки еще не все больницы у нас сегодня приведены в состояние, удовлетворяющие полным запросам санитарно-эпидемиологического требования, поэтому это тоже еще тот путь, над которым нам предстоит работать. Общую доступность медицинской помощи для жителей республики сегодня обеспечивают 4855 врачей, 12 160 средних медицинских работников и почти 6400 младших медицинских сестер или младшего медицинского персонала. И вот здесь мы в 2013 году за последние годы впервые наблюдаем стабилизацию численности врачебных кадров. То есть и немножко увеличилась обеспеченность в пересчете на 10 тысяч населения. К сожалению, уменьшилось количество медицинских сестер. И здесь мы ставим перед собой задачу, наоборот, увеличить армию средних медицинских работников, наделить их большими полномочиями. И наша задача – увеличить соотношение врач и средний медицинский персонал. Сегодня у нас 1:2,5. Мы предполагаем увеличить к 2018 году в рамках дорожной карты 1:3. То есть для того, чтобы средний медицинский персонал стал большим помощником для врачей. Но, к сожалению, остаются на сегодня дефицитными наиболее востребованные кадры, тоже представлены в абсолютном выражении на слайде. И видно, что это наиболее сложные профессии во врачебном составе. Анестезиологи, педиатры, хирурги, врачи скорой медицинской помощи. К сожалению, над этим тоже мы будем на сегодняшний день работать. И в основном за счет повышения именно этой категории средней заработной платы, то есть привлечение, мотивируя их повышением заработной платы, внедрением эффективного контракта. В целях стимулирования конкуренции между всеми медицинскими организациями, повышения доступности и качества предоставляемых услуг в рамках реализации программы государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи, следующий слайд поставьте. Объемы бесплатной медицинской помощи в рамках частно-государственного партнерства увеличились по сравнению с 2010 годом в 1,3 раза. И на сегодняшний день в программе государственной гарантии участвуют 12 частных медицинских организаций. На сегодняшний день в основном это пока стоматологические организации, это частная компания по гемодиализу, компания «Бибраун». На сегодняшний день уже мы говорим о проекте «Новая скорая помощь», когда обеспечены мы машинами скорой помощи, это все реальные программы частно-государственного партнерства. Более того, в 2013 году мы передавали практически все непрофильные функции непрофильные лечебным организациям функции. Это стирка белья, клининг, питание, обслуживание зданий и сооружений. На сегодняшний день фактически 40 организаций уже передали полностью все свои функции. Активное развитие частно-государственного партнерства и передача несвойственных функций позволили нам на сегодняшний день сократить долю прочего медицинского персонала в лечебных учреждениях до 13%. И численность физических лиц, именно прочего медицинского персонала, сократилась на 20%. И все это способствовало реализации мероприятий по повышению структурной эффективности отрасли и поиску эффективного использования финансовых средств, которые сегодня направлены на повышение заработной платы сотрудников. Благодаря этому в 2013 году нам удалось обеспечить повышение уровня заработной платы
по всем медицинским работникам и достичь всех целевых показателей. Если говорить по сравнению с 2011 годом, в 2013 году рост заработной платы и у врачей, и у средних медицинских работников произошел практически в 1,4 раза, а у младшего медицинского персонала в 1,7 раза. В целях создания механизмов мотивации медицинских работников, повышению качества оказания медицинской помощи, на сегодняшний день начаты работы по переводу практически всех сотрудников на эффективный контракт. И то, о чем я сказала ранее, в основном будут выбраны приоритетные и остро нуждающиеся профессии, профессии врачей и медицинских сестер, которые будут в первую очередь переведены на оплату по системе эффективного контракта, и мы предполагаем, что именно эти люди будут получать более высокую заработную плату. Дальнейшие мероприятия по повышению эффективности предоставления медицинской помощи населению в Чувашской Республике будут продолжены в рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики. И самое главное на сегодняшний день для нас – это удовлетворенность наших пациентов. А один из важных индикаторов, который отражает нашу деятельность, и понятно, что на сегодняшний день нас пациенты оценивают либо в наших анкетах, и в тех независимых оценках, которые проводят сами лечебные учреждения, система независимой оценки фонда обязательного медицинского страхования. В прошлом году создан пациентский совет, создан общественный совет при Министерстве здравоохранения. И на сегодняшний день, по нашим оценкам, 71% населения удовлетворены качественным оказанием медицинской помощи. Но две основных причины сегодня, по которым идут жалобы, это недоступность первичного звена и, к сожалению, это этика медицинских работников. То есть это те вопросы, над которыми нам стоит сегодня поработать. В прошлом году мы внедрили бальную оценку лечебных учреждений со стороны наших пациентов. И есть, вот, скажем так, первые итоги, когда лечебные учреждения выстраиваются в рейтинг, и мы оцениваем также их работу, что является, опять-таки, основой и для премирование руководителей и для премирования самих сотрудников, ну и, конечно, для создания положительного имиджа самого лечебного учреждения. Собственно говоря, вот это основные задачи, основные приоритетные направления, на которых мы обратили внимание в прошлом году и продолжим работу в этом году. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, у кого какие вопросы? Вопросов нет. Цифры озвучены. Для того, чтобы уменьшить количество людей, которые имеют вредные привычки, в данном случае вот сейчас курение, закон вступил в общественных местах, мы ставили задачу, у вас сейчас главврачи там остались еще, которые не решили для себя, которые имеют вот эти вредные привычки. Если честно, то остались. То есть порядка 2-3 человек, наверное, пока еще потихонечку, но за угол бегают. Каких больниц? Каких поликлиник? Ну а что? Я ставил задачу. Морального права, согласна, что они не имеют. Поэтому они вроде активно стали меньше курить, но пока мы с ними, в общем-то, боремся. То есть они сейчас уменьшают хотя бы количество выкуриваемых сигарет. Это тоже уже большой шаг вперед. Владимир Николаевич, по общеобразовательным школам, какая ситуация? Такая же ситуация, динамика, конечно, положительная. То есть количество руководителей образовательных организаций сокращается, их 5 человек у нас осталось еще. Решаем. Ну и как будете подходить? Ну, также требования ставим, чтобы или бросали, или меняли работу. Школа тем более имеет и воспитательный характер, не только образовательный, и все это распространяется на детей же, соответственно. На праздничных мероприятиях тоже было видно, насколько у нас люди курят или не курят, да? Это такое сравнение, по крайней мере, в обществе можно. Вадим Петрович. Среди директоров таких у нас нет, но среди вот главных режиссеров, художественных руководителей режиссерский состав имеется. Ну, тоже отношение работы ведем. Закон он принят. На территории учреждений культуры курить нельзя.
Поэтому, конечно же, количество этих сокращается. Ну, теперь в реальной практике как будете использовать? Закон принят. Да. Вот они люди творческие, да, очень ранимые, чувствительные такие. Куда будут бегать курить-то теперь? Ну, во всяком случае, во время работы не курят, Михаил Васильевич. Во время только... А то увидите, что во время работы они курят или не курят. Сергей Владимирович, работайте давайте. Ну, по официальным сведениям и по, так скажем, неофициальным у нас вроде нету на сегодняшний день. Спасибо. Ну, на вашей совести, раз вы так сказали. Я поэтому хорошо, достаточно. Почему эти, по крайней мере, вопросы задаю? Потому что вот этих вредных привычек, последствий, вот и болезни. Для данного человека проблема в семье начинается. И с этой точки зрения, зачем нам вот это, эти вредные привычки иметь тем людям, которые, по крайней мере, привержены, а потом последствия лечения, лекарства, расходы семейного бюджета и ряд других вопросов там возникает. Так что я ставил задачу, вот 1 сентября будет наступать, и всероссийский комплекс ГТО будет внедряться. Это как раз система кровообращения, другие такие физиологические, биологические свойства организма любого человека. И с этой точки зрения надо все это проводить. Вот правительство, я могу отметить, никто не курит у нас. Так, глава администрации, сколько курящих? Александр Щепанович, никого не осталось. На конкурсе всех отсеяли, да? Когда проходили. Вот, среди государственных служащих надо будет смотреть. Я смотрю, курящий человек, он что делает? У него повод есть? 10 раз сходить покурить, то есть это столько расходов рабочего времени, это тоже надо иметь в виду. И с этой точки зрения... это тоже, да, имеет значение. И с этой точки зрения наша задача, вот проводя общественно-массовые мероприятия, проводя пропаганду, идеологию, популяризация... Занятия физической культурой и спортом, другими такими полезными вещами должны давать дополнительные меры стимулирования. Одна отрасль здравоохранения здесь бессильна. Вот 2800 практически единиц оборудования установили. Оборудование чувствительное. Во время диспансеризации цепляет болезни на ранней стадии. Задача медицины на основе точного диагноза назначит процедуру лечения. Так, Алла Владимировна? Вот здесь, да, медицина должна быть сильна, а по другим вопросам это практически здоровье наше. Уважаемые коллеги, друзья, показывайте, демонстрируйте. И ряд других у нас мероприятий в перспективе и федерального масштаба. А так я прошу доклад довести до всех муниципальных образований, обсуждать итоги с учетом перспективы совершенствования сферы здравоохранения. Есть, конечно, вопросы там по оптимизации наших учреждений здравоохранения, как больниц, так и поликлиник. Здесь мы обговаривали на рабочих совещаниях, революции не надо здесь ничего делать. С учетом мнения населения мы должны по тем территориям, где на самом деле будут ущемлены права и интересы наших жителей, надо уже здесь принимать, может быть, с точки зрения оптимизации, не совсем рациональные решения, но пользу наших жителей. И всем остальным министрам, кто рассматривает проекты документов, тоже давайте вот смотрите. Так, пожалуйста, у кого какие пожелания в адрес министра, вице-премьера по проекту документа? Депутаты готовы, Юрий Алексеевич, участвовать в этих процессах, показывать лучшую практику? Да, добрый день, Михаил Васильевич. Да, пример надо брать с депутатов, вот, с принятием вот этого закона курения. Даже такие курильщики, которые по 30, по 40 лет курили, все они бросили. Среди депутатского корпуса курящих нету. За один день? А, вот они задачу поставили, как вступил закон, все, они все бросили. Хорошо, спасибо. А здравоохранению, да, курс держать так же. Улучшение есть, это чувствуется среди населения. Спасибо. Ну и с учетом улучшения ситуации по заработной плате, по мотивации
медработников, конечно, надо качественные услуги оказывать. То, что этикет, кодекс чести медработников по отдельным территориям желает лучшего. Мы это обсуждали, сейчас не будем тратить на это время. Вопросов нет, тогда проект документа принимаем и доводим до общественности. Следующий вопрос, пятый, о предоставлении и распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета муниципальных районов и бюджетом городских округов на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Алла Владимировна, пожалуйста. В этом году, в 2014 году, стартовала в республике подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Чувашской республики «Социальная поддержка граждан» на 2012-2020 годы. 21 апреля между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Кабинетом министров Чувашской республики заключено соглашение о предоставлении в 2014 году субсидий из федерального бюджета. В соответствии с указанным соглашением из федерального бюджета в республику будет направлено 65,5 миллионов рублей. Из них 30 750 000 на софинансирование мероприятий, которые финансируются из бюджетов муниципальных районов и городских округов. Представленным проектом предлагается утвердить правила предоставления субсидий из республиканского бюджета, бюджета муниципальных районов и бюджетом городских округов на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Правила разработаны в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации. Субсидии планируется предоставить на основании соглашений, которые будут заключаться соответствующими главными распределителями средств республиканского бюджета и администрациями муниципальных районов и городских округов. Субсидии будут предоставляться при наличии в бюджетах муниципальных районов и городских округов ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов, на исполнение которых предоставляются субсидии. Предлагается утвердить распределение субсидий для города Чебоксары 20 750 000 и Новочебоксарску 10 миллионов рублей. Указанные средства будут направлены на адаптацию филиала муниципального бюджетного учреждения Дом культуры Южный 3 миллиона рублей. В основном здесь располагаются у нас общество слепых, то есть в основном будет создана вся инфраструктура для лиц с ограниченными возможностями. Также два муниципальных бюджетных образовательных учреждения, детско-юношеская спортивная школа «Спартак» 1,5 миллиона рублей и детско-юношеская спортивная школа «Соколова» 1,5 миллиона рублей. На приобретение трех троллейбусов со специальным оборудованием и специальными особенностями в городе Новочебоксарске будет направлено 9 миллионов рублей, а также на оборудование пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов, на оборудование светофоров звуковыми оповещателями. На все на это планируется в целом направить в городе Новочебоксарск и город Чебоксары 14 750 000 рублей. И порядка 1 миллиона рублей будет направлено на размещение в средствах массовой информации рекламных информационных материалов. Надо сказать, что это только начало большой масштабной работы по созданию в республике доступной среды для инвалидов. Ну и в качестве еще дополнения хотелось бы сказать, что вот на сегодня обратиться к нашим строителям. На сегодняшний день вводятся новые объекты, детские сады, школы. Там тоже необходимо предусматривать на этапе строительства вот всю доступную среду для наших инвалидов. Спасибо. Ну, спасибо. Этот вопрос не первый год обсуждается. Самое главное, стандарты должны выполняться. Вот сейчас обращайтесь к строительным организациям. Строительные организации они не будут делать, если в проекте по строительным нормам не заложены все эти стандарты. Поэтому, Олег Иванович, вы должны просматривать в типовых проектах, все должно быть четко заложено. А строитель, что он на конкурсе участвует, вот скажет, у меня в проекте нету, я не буду ничего строить. Это первое. Второе. Все те устройства, которые у нас сделаны, не во всех местах правильно по тем стандартам. Даже угол подъема, допустим, если на коляске там поднимается, это невозможно подняться. Вы знаете, где я бывал, на территории городских округов. Я говорю, если начальника посадить на коляску или кто там строил, попробуйте подняться и спуститься.
вам станет сразу понятно, что там построили и какие деньги на что потратили вообще. Деньги никуда, это называется. Поэтому озадачиваю Алла Владимира под вашей координацией провести проверочные мероприятия для того, чтобы исправить. И тем более сейчас средства с бюджета выделяем. Где там за счет своих средств делал, не за счет бюджета, они должны исправить. То есть ради того, чтобы отстали, ну это хороший, конечно, подход, но издевательский, мягко говоря, такой, к нашим людям с ограниченными возможностями. Так, пожалуйста, какие пожелания? Это рабочий документ, в принципе, значит. Со всеми согласовано, да? Нет вопросов других? Все, решение принято тогда. Следующий вопрос, 6-й. Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и о внесении изменений в постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 4 сентября 2019 года, номер 370. Олег Иванович, пожалуйста, Марков. Данный проект постановления разработан в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 306 об утверждении правил установления и определения норматива потребления коммунальных услуг. Предлагаемый к утверждению норматив потребления коммунальной услуги по отоплению будет применяться только в отопительный период для граждан, проживающих в многоквартирных домах, там, где не оборудованы приборы учета тепловой энергии. Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета тепловой энергии, принятие данного постановления позволит оплачивать услугу отопления за фактически потребленную тепловую энергию только в отопительный период. То есть раньше, если мы оплачивали в целом каждый месяц за весь отопительный период, то начиная с этого отопительного периода мы будем оплачивать только в расчете из 7 месяцев на период отопительного периода. Что, естественно, имеет свои плюсы, это и кассовый разрыв при расчете за долги с ресурсоснабжающими организациями. Расчет норматива произведен с учетом климатических зон республики, а также этажности и года постройки многоквартирного дома, и также на основании данных, которые представлены Чувашским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для абсолютного большинства многоквартирных домов значение нового норматива меньше норматива, который действовал в настоящее время. Сравнительный анализ платы граждан за коммунальные услуги при использовании новых нормативов показал, что граждане, которые проживают в многоквартирных домах, построенные после 1999 года, а также в домах, построенных до 1999 года, свыше 3 этажей, по новым нормативам будут платить в целом меньше. Затраты на оплату коммунальных услуг увеличатся в одно- и двухэтажных домах, которые были построены до 1999 года. Рост плат граждан за коммунальные услуги, связанный с введением норматива, учтен при формировании предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики. Данный проект согласован со всеми органами исполнительной власти, а также прокуратурой Чувашской Республики и управлением Минюста России по Чувашской Республике. Прошу поддержать данный проект постановления. Спасибо. Ну, разъяснительная работа, наверное, определенно проведена. Споры-то они все равно будут возникать. Все муниципалитеты знают вот эти показатели, в связи с чем, для чего это делается. Во всех муниципальных образованиях, во всех сельских поселениях были организованы мероприятия, в том числе были приняты решения депутатами сельских поселений там, где это превышение возможно. То есть полностью согласовано и решение принято во всех муниципальных образованиях. Хорошо, пожалуйста, у кого какие вопросы, уточнения? Альбина Егоровна, все выверено, церкви? Республиканская служба. Добрый день, уважаемый глава Чувашской Республики, участники заседания. В принципе, проект постановления мы рассмотрели, все цифры выверены, они совпадают тем цифрам, которые были заложены в основу формирования по размеру платежей граждан, которые мы представили полностью в адрес ФСТ России. Хорошо, спасибо. Других пожеланий нет, решение принимается, спасибо. 7-й вопрос. О включении земельных участков к границе города Цивильска, Цивильского городского поселения. Пожалуйста, Олег Иванович. В
В рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашской Республики и Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства, правительственной комиссией по развитию жилищного строительства были приняты решения о передаче Кабинета министров Чувашской Республики для осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению в целях дальнейшего жилищного строительства земельный участок площадью около 44 гектаров, который принадлежит фонду РЖС. Для реализации принятых правительственной комиссией решений необходимо перевести земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, включив их в границы города Цивильска. То есть данный земельный участок граничит с жилой застройкой микрорайона Южный, который находится в городе Цивильске. В целях соблюдения требований градостроительного законодательства требуется провести указанный земельный участок, как я уже отметил, из земель сельхозназначения. Проект постановления согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Все необходимые документы, предусмотренные градостроительным законодательством для принятия Кабинета министров решения по переводу, имеются. Дополнительное финансирование для принятия настоящих постановлений не потребуется. Прошу поддержать. Спасибо. У кого какие вопросы? Нет? Спасибо. Решение принимается. Восьмой вопрос. По переименованию бюджетного учреждения централизованной бухгалтерии учреждения культуры. Вадим Петрович, пожалуйста. Уважаемая глава Чувашской Республики, участники заседания, проектом постановления Кабинета министров Чувашской Республики предлагается переименовать бюджетное учреждение Чувашской Республики централизованная бухгалтерия учреждений культуры в бюджетное учреждение Чувашской Республики Центр финансового и хозяйственного обеспечения учреждений культуры. Переименование осуществляется в связи с планируемым закреплением за данным учреждением функций по хозяйственному обслуживанию организаций подведомственных Министерству культуры. Это обусловлено необходимостью оптимизации неэффективных расходов путем оптимизации штатной численности работников организации культуры в рамках реализации постановления Кабинета министров о мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных учреждений культуры и в связи с выполнением дорожной карты и изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности культуры. На первом этапе планируется осуществить перевод 178 штатных единиц, осуществляющих хозяйственное обслуживание организаций, находящихся в ведении Министерства культуры, в частности уборщиков служебных помещений, территорий, сторожей, вахтеров, рабочих по комплексному обслуживанию зданий. Экономии бюджетных средств только до конца этого года планируется в объеме 1 200 000 рублей. Принятие данного проекта постановления выделение дополнительных средств из республиканского бюджета не повлечет. В установленном порядке согласован. Прошу поддержать. Спасибо. А почему раньше сразу не сделали? Почему сейчас вот по новой делаем? Опять печать менять придется вам? И ряд других организационных вопросов там возникает. Ну, мы изучали, Михаил Васильевич, и опыт других регионов, в том числе, как организовать эту работу. На сегодняшний день, на самом деле, такой опыт имеется и в других субъектах. Поэтому вот сегодня до этого только дошли. Хорошо, спасибо. Вопросы у кого какие? Нет? Решение принимается. Девятый вопрос. О распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета. Сергей Владимирович, пожалуйста. Уважаемый глава Чувашской Республики, уважаемые участники совещания, представленным проектом предлагается утвердить распределение в текущем году субсидий из федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет, бюджетом муниципальных районов, бюджетом городских округов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по 12 базовым видам спорта. Субсидии распределены между муниципальными районами и городскими округами в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между Минспортом России и Кабинетом министров Чувашской Республики в текущем году.
Соглашением предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета в сумме 7 692 тысячи рублей, в том числе 9 муниципальным ДЮСШ в объеме 580 тысяч рублей и 9 учреждениям подведомственным Минспорта Чувашии в объеме 7 112 тысяч рублей. Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета, бюджета муниципальных муниципалитетам на оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва. Принятие постановления Кабинета министров данного постановления не потребует выделения дополнительных финансовых средств. Проект согласован со всеми заинтересованными организациями, ведомствами. Прошу поддержать. Спасибо. Но они на что направляют эти средства? Там критерии оценки и все это есть у нас? Цели этих субсидий, они четко прописаны в соглашении. Это и спортивная подготовка, обеспечение тренировочного процесса, приобретение инвентаря и экипировки. А что касается критериев оценки, критерии – это подготовка членов региональных сборных и сборных страны. Хорошо, спасибо. Вопросы, пожалуйста. Нет? Утверждаем тогда распределение. Спасибо. Десятый вопрос. О плане заседания Кабинета министров Чувашской Республики на третий квартал текущего года. Александр Степанович, пожалуйста. Уважаемый глава Чувашской Республики, уважаемые коллеги, говоря о плане работы на третий квартал, хочется очень коротко остановиться на итогах второго квартала. За второй квартал у нас прошло 6 заседаний Кабинета министров, рассмотрено 114 вопросов, в том числе 9 законопроектов. Также в вопросном порядке в целях оперативного решения вопроса 27 постановлений Кабинета министров приняты в вопросном порядке. Из включенных в план работы на второй квартал 2 проекта не приняты до конца, находятся в доработке. Это о Минздраву, о природных и лесных ресурсах. Очень популярная тема, кстати, надо его довести до конца. Лечебно-оздоровительных местностях и курортах Чувашской Республики. И другой вопрос, это о госветслужбе. Это о тоже работе, документах о работе, об утверждении правила содержания собак и кошек. Тема тоже такая популярная. Я прошу слайд поставить. Вот, говоря о сведениях по срокам представления, очень серьезные изменения в лучшую сторону. Все министерства оставили материалы вовремя у органов исполнительной власти. Особенно хочется подчеркнуть в Министерстве финансов. При большом количестве документов они внесены вовремя и качественно. Есть небольшие такие примечания по Министерству культуры. При небольшом количестве сроки все-таки немножко, вот вы сами видите, 5 из 5, 2, 3, 6 и один документ 7, 9. И еще вот по госслужбе культурной политики тоже из 3, 2 сроки довольно-таки сжаты. Поэтому на самом деле изменения в хорошую сторону, хочется поблагодарить всех. А говоря о третьем квартале, уважаемые коллеги, запланировано в проекте 41 проект постановления, из них 11, плюс 11 проектов законов, и также, значит, традиционно станет запланирован на 2 и 4 среды каждого месяца. Доклад закончен, благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, только какие вопросы? Уточнения? Нет? Рабочий документ утверждается. Следующий вопрос. 11-й. Алла Владимировна, пожалуйста. Федеральным законом об образовании в Российской Федерации был введен термин «образовательная организация», поэтому соответствующие изменения вносятся в постановление Кабинета министров номер 238 о порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, также детей в возрасте от 2 до 3 лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного на территории Чувашской Республики. Также проектом предусматриваются изменения юридико-редакционного характера, и на сегодняшний день на реализацию настоящего проекта дополнительных средств не потребуется. Прошу поддержать.
Спасибо. Там вот по молочным кухням поднимается вопрос, вы комментарии свои дайте, что такие же молочные смеси сегодня можно купить там в каких-то местах. Он у вас в постоянной доступной форме всегда находился. Так, пожалуйста, другие вопросы. Нет? Решение принимается. 19-й вопрос. Олег Борисович Бирюков, пожалуйста. Уважаемый глава Чувашской Республики, уважаемые участники заседаний, данный проект постановления Кабинета министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 5 октября 2010 года номер 327 направлен на приведение в соответствие положения о государственной жилищной инспекции Чувашской Республики в связи с принятием федерального закона 28 декабря 2013 года, 417 о внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельный законодательный акт Российской Федерации, а также на соответствие с федеральным законом 23 ноября 2009 года номер 261 об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Положение о государственной жилищной инспекции Чувашской Республики дополнено такими функциями, как осуществление контроля за повышением размера вносимых гражданами платами за коммунальные услуги, информирование населения о лицах, ответственных за содержание многоквартирных домов и подвергнутых административному наказанию за нарушение установленных требований к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности путем размещения информации в средствах массовой информации. Разработанным проектом постановления Кабинет министров Чувашской Республики также излагается структура государственной жилищной инспекции в новой редакции. Проект постановления согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета. Прошу поддержать. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Нет? Решение принимается. 13-й вопрос. Владимир Николаевич Иванов, министр образования, пожалуйста. Уважаемый глава, уважаемые участники совещания, вопрос технический. Приводится в соответствии с федеральными законами образования Российской Федерации, законом Чувашской Республики, об образовании Чувашской Республики. Но документ имеет важное значение для дальнейшего развития семейных форм устройства детей и сирот, и поэтому справочно хотелось бы подчеркнуть, что развитие семейных форм позволило последние годы два раза сократить количество детей, находящихся в детских домах, интернатах. И это первое. Второе. За 2013 год удалось сократить на 28,7% число вновь выявляемых детей. И третье. Хотелось бы также подчеркнуть, что количество детей-сирот все-таки у нас остается, хотя доля снижается. И в общей структуре, почему дети именно становятся лишенными родительской прав, это 58% это все-таки лишение родительских прав, ограничение родительских прав 10%. Заключение лишения, места лишения свободы 15% и отказ матерей 10%. Поэтому есть над чем работать. Данный документ позволит дальше продвигать решение данной задачи. Прошу поддержать. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Когда есть объективные причины, это понятно, да, для всех нас, но когда мама отказывается от детей, вот для меня это непонятно и для всех нас. Поэтому здесь нам надо работать лучше. И результаты качественные должны быть. Пожалуйста, у кого какие вопросы? Нет? Спасибо. Решение принимаем. 14-й вопрос. Анатолий Иванович Кузьмин, пожалуйста. Уважаемый глава Чувашской Республики, уважаемые члены Кабинета министров, приглашенные. Данный проект Кабинет министров вносится в связи с тем, что поступили заявления от субъектов малого и среднего предпринимательства, которые арендуют помещения недвижимости, находящиеся в собственности государства, более 2 лет на приобретение и исполнение своего преимущественного права. Они полностью представили документы, руководствуясь законом, федеральным законом номер 159 об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Эти объекты представлены в решении Кабинета министров. Одновременно этим же проектом мы выводим из программы приватизации объект, находящийся в Красночитайском районе, деревня Абыкова, улица Гагарина. Данный объект выставлялся на торги 2 раза, но торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.
данным вопросом будем заниматься последующие отрезки времени, которые у нас еще имеются. И также по ошибке кадастрового инженера межевание одного из недвижимого участка в городе Цивильске проведено ошибочно и уменьшил по второму межеванию размер земельного участка уменьшился на 200 квадратных метров. А также к сведению хочу сообщить, что в прошлом году субъектами малого среднего предпринимательства выкуплен 701 объект недвижимости, находящийся в собственности Чувашской республики, 18 объектов, а муниципальных 683 объекта. И полное поступление средств составило более 2 миллиардов рублей. Стоимость одного квадратного метра составила 15,6 тысяч рублей. Данный проект закона, решение Кабинета министров согласовано со всеми министерствами. Прошу поддержать. Спасибо. А то, что Цивильский инженер там ошибся, какие санкции? Вы же там аккредитацию даете соответствующую. Эти ошибки, последствия же столько там споров позволяет подниматься между сторонами в данном случае или хозяйственными субъектами. Мы сейчас на комиссию, кадастровую комиссию по рассмотрению данного вопроса пишем предложение по рассмотрению данного поступка и будем принимать решение на заседании комиссии. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Нет? Решение принимается тогда. Спасибо. 15-й вопрос, Владимир Александрович. Данный проект постановления подготовлен в соответствии с изменением, произошедшим в российском и в Чувашской республике законодательстве. В основном это вносит изменения в положение Министерства экономики, наделяя рядом функций, ну и ряд, внесен ряд юридикационного характера. Прошу поддержать. Вопросы, пожалуйста, у кого какие? Нет? Решение принимается. Вопросы, включенные в повестку дня, мы завершили, как я вначале сказал. Определенные итоги по нашим праздничным мероприятиям сейчас подведем. По содержательной части, то, что было, то, что в плане мероприятий предусмотрено было. Да, первый вопрос. Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Пожалуйста, Вадим Петрович. Уважаемые участники заседания, в рамках празднования Дня Республики состоялись как традиционные, так и совершенно новые мероприятия, которые стали достойным украшением нашего главного праздника республики. И один из таких мероприятий – это 22-й Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», 12-й Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», 2-й Сечувашский праздник «Агадуй», фестиваль традиций и обрядов народов России «Фолк Стейшн» Чебоксары, фестиваль «Мусэнерготур», Всероссийская научно-практическая конференция «Этническая культура в современном мире». Эти все мероприятия были подготовлены и проведены при поддержке Минкультуры России. Также в рамках Дня Республики у нас состоялся международный особенный фестиваль «Форум для особенного зрителя. Одинаковыми нам быть не обязательно». И гастроли Центрального академического театра кукол имени Сергея Образцова. В рамках программы «Большие гастроли. Театральное лето России 2014 год», который реализуется в соответствии с указом президента России. В праздничных мероприятиях Дня Республики при участии коллективы, мастера и отдельные исполнители из 32 субъектов Российской Федерации и 10 зарубежных стран. Это Китай, Азербайджан, Италия, Испания, Португалия, Швейцария, Армения, Франция, Эстония и Белоруссия. И общее число участников этих мероприятий, имеется в виду артистов, около 1000 человек. Фестивальные мероприятия прошли на 11 открытых концертных площадках города Чебоксары и Комсомольском районе. Одними из первых на наши праздничные мероприятия приехали китайские гости. 21 июня они уже начали работать.